Всем здравствуйте! Сегодня мы снова приехали в лес. Я хочу набрать очень много грибов. Так, сейчас потихонечку попробуем найти грибок. Какой-нибудь, хотя бы один. Сыроежки мы пока не собираем. Ну, много сыроежек. Надо бы поискать грибочки. Сыроежки мы не берем. Опа, масленок. Ну-ка, давайте-ка его. Вот, но сначала давайте оглядимся. Пока что ничего не видно. Нету. Есть только вот такой поганка. Такой вот масленок. Один жалко только. Белого нашел. И раз, два. Ох, какой хороший. Вот. Опачки! Оп! Смотрите, какие вот два красавца стоят. Хороший гриб. Даже весь в мху. И идем за вторым. Ай! Ничего, потом сделаем все. А давайте-ка пройдемся. Чуть-чуть. Может, еще какие-нибудь будут. Опачки. Смотрите, какие. Тоже два грибочка. У меня уже рука занята. Рука занята очень сильно. Давайте осмотримся. Ох ты ж. Смотрите, какое чудо. Оп. Сейчас. Ну, положим грибы и начнем его этого красавца. Ну, очень твердый довольно такой гриб. Вот. Такие вот грибочки у нас. И вот еще один. Вот. Оп, пытаюсь я достать. Хотя. Достали. Ничего себе! Маховики какие. Не, ну правда, маховики. Вот. Такие вот красавцы.
Вот он. Рыжик. Очень вкусный гриб. Конечно же. Ай. Срезать. Ну, посмотрите. Это что за наглость? Червивый первый. Тут еще один. Но это не рыжик. Даже не знаю, что это тут за гриб. Напишите в комментариях. Вот какой это гриб. Оп. Даже без понятия. Нашел небольшую полянку рыжиков. Таких вот. И, походу, червивый. А нет, нет, не червивый. Такой вот. Рыжик раз. Сейчас он. Вот. Вот он, еще два. Вот. Уже срезанный. Почему-то. Но. И он червивый. Полянка маслят. Раз, один. А, два. А вот с этим непонятно. Так. А. Три масленок. Так, вот их много. Вот еще внутри. Вот. Четыре. Очень много. Пять. Шесть. А вот. Ну, шляпка уже развалилась. И вот, красавец. Такой вот. Вот такой вот подберезовик. Ну-ка. Да что-то он, мне кажется, червивым. Потом посмотрим. Но сначала проверим второй. Ну, и этот, ну, наверное, тоже червивый. В общем, двое оказались червивыми. Посмотрите, какое вот кольцо из мухоморов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Восьмой это значит.
Ну, в общем, их 7. Пришло время обеда. Сейчас поедим и продолжим собирать грибы. Опля. Белый гриб какой. Это интересный. Так. Плотный. Сейчас посмотрим. Такой вот. Ну, на шляпку не видно никаких червей. Сейчас обрежем, посмотрим. Вот он. Какой гриб хорошенький. Так. Даже не червивый. Иди-ка сюда. Корзинку. Но чуть позже почистим. Вот, смотрите, тут какой белый, хороший. Ну-ка. Вау! Воу, посмотрите, какой крутой. Сейчас бы еще и обрезать. Чуть-чуть прочистить. Такой вот гриб. Ладно, оставим не тут, вот тут. Так, так, так. Ух ты ж. Березвик. Смотрите, под березвик какой. Вон там пусть. Нет? Вот так. Так, внимательно нужно смотреть. Сыроежек здесь полно. И где тут подберу? Ва! Березовик. Двойной подберезовик. Пойдемте все откладывать. Четыре грибочка. Четыре, три подберезовики и один белый. Так. Вот такие вот два, три даже подберезовика. Такие вот классные, очень классные. Оп. Ау. Лядка улетела. Вот. Ну, шляпку-то мы можем уже сложить, а вот с этим надо будет поработать. От листиков. Будем чистить эти три грибочка. Ничего себе, посмотрите, какая поляна польских. Вот, раз. Тут. Ладно, более-менее. Вот, три уже. Я насчитал, вот, от третий. Три, ай. Вау, еще один. Четвертый. Польский. Польский белый гриб. А, еще где-нибудь. Во! Оп. Там. Так. Ну-ка, давай.
Все, очистили немножечко. А мох мы лучше обратно. Откуда я его взял? Вот. Вот отсюда. Где-то туда. Так где еще? Они должны быть рядышком, посмотрим. Ну да, они где? Ух ты ж! Заметил. Ну-ка. Наконец-то. Давай. Оп. Вот. И еще один. И очень много грибов. Опа. Посмотрите, какие грибочки. Сыроежка. Такая вот сыроежка. Сейчас в корзину. Сейчас войдем в корзинку. Еще сыроежка. Ага. Тогда еще. Еще одну срезаем. Так. Вот такая вот сыроежка. Тоже кладем. Вот наш сегодняшний... Оп. О, очень много вот таких опять. Это еще только одна корзина. Такой вот белый классный. Очень много. Маховиков в основном. Есть даже польские. Ну, в принципе, сыроежки есть. Лисички есть, рыжики есть и сыроежки.